Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Вы знаете, мечты сбываются. Я давно мечтала отпраздновать католическое Рождество в замке или в каком-то старинном месте. И в этом году моя мечта сбылась. Мы едем праздновать Рождество католическое в старинное аббатство 12 века Абьи Дево Серне. Это регион Ивлин в нескольких километрах от Парижа. И сегодня я приглашаю вас провести этот вечер вместе с нами в этом прекрасном, чудесном, замечательном историческом месте. Тот, кто смотрит мои влоги, то уже не раз был в этом месте. И я обязательно оставлю ссылку в инфобоксе. У каждого свои мечты. И у каждого свое видение прекрасного. Я никому его не навязываю. Но для меня Франция с душой, Франция с историей – это счастье. Это то, к чему я хочу прикасаться. Это то, что я хочу передать, те чувства, ту историю, воспоминания моему сыну. Поэтому мы выбрали именно это место. Это замечательное аббатство, старинное, с большой историей. Я оставлю ссылку на их сайт в инфобоксе. Это не реклама, это просто мои любимые места. У них замечательная кухня, у них шикарный сад, у них можно снять комнаты и, конечно же, провести юбилей, вечер, свадьбу, то, что вам захочется. Мы провели замечательный вечер, я не снимала очень много, потому что хотелось остаться с семьей, хотелось насладиться этим моментом, этим вечером. Карта была просто замечательная, шикарная французская кухня, которую не описать словами. Там столько всего, это просто картина на тарелке, это шедевр, это взрыв эмоций, когда вы вкушаете эту пищу. По-другому я сказать не смогу. И, конечно же, само место, сама атмосфера, магия – это просто волшебно. Спасибо моему мужу, спасибо судьбе, что я смогла провести этот вечер так, как мечтала, и вместе с моими родными. Мы в этом месте были с Сашей и с моим мужем. Естественно, для детей немножко тяжеловато проводить такие вечера уже поздно и в таких местах. Но я думаю, что он запомнит этот вечер навсегда. И, возможно, это даст ему вкус продолжать любить Францию, Францию с историей, Францию с душой. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Я от всего сердца поздравляю вас с Рождеством, с католическим, или неважно с каким, самое главное, чтобы праздники, которые будут, еще будут у вас, принесли вам гармонию, счастье, и чтобы ваши мечты сбывались. Ведь мечтать нужно, ведь мечтать это хорошо. И не забывайте заглядывать в инфобокс. В таком месте вы сможете побывать. Оно не в самом Париже, но совсем рядом. Там проводятся шикарные свадьбы, там играет музыка. И там вы можете услышать и увидеть балы королев. И вы можете прикоснуться к самой настоящей Франции. А еще вы можете побывать в прекрасном парке и насладиться его атмосферой. Мы часто приезжаем сюда весной, осенью, чтобы погулять, чтобы просто отдохнуть от суеты и почувствовать, что мы все вместе, а это самое главное. Весной, когда цветут цветы, или летом, когда поют птицы. Это шикарное место, в котором вы можете позавтракать, пообедать, поужинать или просто провести выходной. А Рождество – это праздник для детей.
Я совсем не показала, как я собиралась. Вот вам и блогеры. Вот такие блогеры. Ну, самое главное – это места. Самое главное – это то, что мы чувствуем. Себя я покажу вам в другом видео. Ну, не страшно. Прическу я выбирала хорошо, и мне она понравилась. И также делала маникюр. И совсем забыла вам показаться. Вот тебе и блогеры, и самолюбование, которым нас очень часто критикуют. А здесь Саша уже утром открывает подарки. Это самый прекрасный момент для детей. Для русских, французских, неважно каких. Это ребенок, его счастье. Это счастье видеть его веру в Новый год, в Деда Мороза, в Пер Нуэля, так скажу по-французски. И верить, что на самом деле он все это заслужил. А заслужил он это все своим детством. Здесь он у бабушки. Открывает подарки. Саше повезло, у него несколько елок, несколько подарков и много-много любви и счастья. Посмотрите только. А на следующий день мы решили провести утро с дедушкой. Тетя моего мужа накрыла шикарный стол. Обожаю такую расцветку. Это золото, белый, хрусталь. Смотрится это шикарно. И детали деревянные, натуральные детали. Это очень красиво, нежно, по-праздничному. Посмотрите, как она оформила салфетки. Это просто чудо. Какая молодец. А это наш дедушка. Спасибо ему, что он все еще с нами. Нужно помнить и чтить, нужно благодарить за такие моменты. А потом Саша пошел к тете. Это следующая елка, следующие подарки. У тети шикарный дом, она шикарно его нарядила. Но думаю, что мы еще к ней сходим и выпьем кофейку. Сегодня мы заберем подарки и пойдем к дедушке. Хочется, чтобы и он тоже порадовался за Сашу, когда он будет их открывать, так как дедушка уже не может ходить и не может прийти к тете. Радости нет предела. Я так люблю рассматривать ее новогоднюю декорацию. Я уже не раз говорила, что она вкладывает много средств и любви, и души в ее новогодний декор. А здесь мы уже открываем подарки. Саша открывает подарки, потому что на Рождество мы дарим подарки только детям, а уже на Новый год и взрослым. На столе у нас были фаршированные помидоры. Это помидорки фаршированными отварными яйцами. Все очень просто. Соусом винегрет. Это вкусно. И после того, что мы съели накануне, это очень легко. И как бы на первое блюдо то, что нам нравится. Самое главное выбирать по вкусу. Естественно, шампанское. Рождество без шампанского никуда. Эти яркие, вкусные французские пузырики, так я их называю, они просто великолепны. И морские гады. Мы выбрали пат де краб, то есть щупальца краба. Это наше самое любимое блюдо на праздники, на Новый год и Рождество. Да, про Новый год молчу, скоро все узнаете. А здесь наша тарелка сырная с фруктами, инжир, также различные ягоды. Это вкусно, это свежо и это чисто по-французски. Французы отрезают каждый кусочек сыра
и передают сырную тарелку. Вы часто спрашиваете меня, никто не нарезает сыры на тарелку или очень редко. А я вам говорю, до встречи, всех с Рождеством. Увидимся в следующем видео. Пойдем гулять на озеро. Пока-пока.